В результате цунами в Индонезии погибли почти 400 человек. В пятницу жители города Палу собрались на городском пляже, чтобы отпраздновать фестиваль. Берег накрыла волна высотой до 6 метров. Цунами двигалось со скоростью около 800 км в час. На своем пути сметало все, разрушены тысячи домов. Смертельные волны стали результатом мощнейшего землетрясения. Накануне остров Сулавеси сотрясали толчки в 7,5 баллов.